Вот такой вот гриб похож на грусть. На самом деле не грусть, называется скрипник. Он скрипит, и вот смотрите, вот выделяется вот такой вот белый сок, и на вкус он очень горький. Сколько я пытался отмачивать, не получается вот мочить. И не получается получить из него такую отличную закуску, как у груздя. Говорят, что их нужно варить каким-то образом, и тогда они получаются нормальными. Но я не пробовал. И сколько не колдовал над подобными грибами, мне ничего не получалось. Скрипник. Конец мая. Горячий ключ.